Сегодня около 6 часов в городе Шуше прозвучал гимн Азербайджана, затем азан и увертюра Узейра Гаджибекова «Кер-Оглу». Отметим, что и азан, и другие произведения были слышны и в Хан-Кенди. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.